Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Meizu M8 включить отображение заряда батареи в процентах. Заходим в настройки, далее переходим в пункт уведомления статус бар, опускаемся вниз и здесь нажимаем на процент заряда. Как видите, появляется циферка 69 и выключается эта функция точно так же. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!